Вот Невская, 13. Участок заброшенный. Уже лет 6 или 7. Траву никто не убирает. Трава все выше и выше. Получается, косить никто не хочет. Хозяина нашли. Имя, фамилию, но на связь он не выходит. Стройматериалы, клещи. Вчера была змея, которая выползла и напугала детей. Ну и, естественно, устраивают стихийную свалку люди вокруг. В общем, надо что-то с этим делать. В администрацию звоню, бесполезно. Никто трубку не берет. Вообще никто.